Алексей Солдатенко – один из ярких примеров того, как нужно правильно ставить перед собой цель и решать поставленные задачи. 17 лет назад студент из Брянска приехал на практику во ВНИИСОК. Наставники разглядели в молодом юноше потенциал и предложили остаться. Поступить в аспирантуру – серьезно заняться научной деятельностью. Вскоре Алексей защитил кандидатскую. Долгих 12 лет шел к написанию докторской диссертации. Когда Алексей узнал о проведении конкурса «Лидеры России», ни минуты не сомневался в своем решении. Он должен стать участником этого проекта. Прежде всего, мне было интересно проверить себя, свои способности. Вот. Второй мотивацией было это то, что по результатам конкурса есть возможность пообщаться с уже состоявшимися лидерами России, которые возглавляют министерства, возглавляют крупные корпорации, которые будут наставниками. И они смогут передать свой опыт. И этот опыт будет мне необходим по моему основному месту работы. Семья, друзья и коллеги поддержали Алексея. То, что молодой руководитель дойдет до полуфинала, никто даже не сомневался. Я не встретил ни одного человека на полуфинале, который был как-то ограничен в каких-то взглядах или в каких-то знаниях. Все проявляли интерес к конкурсу, все участвовали. И вот этот заряд положительный от них, который шел, и от организаторов, которые правильно подобрали инструменты воздействия на молодых управленцев. Это было, конечно, очень интересно. Это был новый опыт для меня. Я давно не окунался в такой вот кейсы корпоративные, когда, тем более здесь незнакомые люди, играли так, в деловые игры и находили варианты оптимального решения. Сейчас все самое сложное позади. Остается только ждать результатов. Но главное, ради чего управленец шел на конкурс «Лидеры России» уже состоялось. Он получил колоссальный опыт, новые знакомства. Идеи Алексея взяли на заметку в Министерстве области. Есть перспективы дальнейшего роста и новых возможностей. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».